Ну, к сожалению, это все будет для минуты. Так, может быть, к счастью. Как учили, так и знаю. Сидели, пили в разнобой, Мадеру, Старку, Зверобой. И тут нас всех зовут в забой до одного. Он нас стахановец, гадановец, загладовец. И надо ведь, чтобы завалило именно его. Он нас стахановец, гадановец, загладовец. И надо ведь, чтобы завалило именно его. Он в прошлом младший офицер, его нам ставили в пример. Он был как юный пионер, всегда готов. И вот он прямо с корабля пришел стране давать угля. И вот сегодня наломал, как видно, дров. И вот он прямо с корабля пришел стране давать угля. А вот сегодня наломал, как видно, дров. Спустились в Штрек, бывший зэк, большого риска человек. Сказал, беда у нас у всех, для всех одна. Вот раскопаем, он опять начнет три нормы выполнять. Начнет стране угля давать, и нам хана. Вот раскопаем, он опять начнет три нормы выполнять. Начнет стране угля давать, и нам хана. Так чтобы, братцы, не стараться, а поработаем в прохладце. Один за всех и все за одного. Служил он в Таллине, Таллине теперь лежит заваленный. Нам жаль по-человечески его. Служил он в Таллине, Таллине теперь лежит заваленный. Нам жаль по-человечески его.